Сегодня в меню салат с ветчиной в креманках. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты: яйца 3 штуки, ветчина 300 грамм, майонез 120 грамм, лук зеленый 0,5 пучка, огурец маринованный 2-3 штук. Приготовить этот салат очень просто. Во-первых, все ингредиенты наверняка найдутся в вашем холодильнике, а во-вторых, их не нужно предварительно готовить. Единственное, нужно отварить вкрутую яйца, но это занимает не больше 8 минут. Смотрите, как приготовить салат с ветчиной в креманках, и давайте творить вкусные и красивые блюда. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца отварите вкрутую. Ветчину мелко измельчите. Мелким кубиком порежьте огурцы. Яйца очистите и мелко порубите ножом. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и мелко порубленный зеленый лук. Хорошо перемешайте салат. Вот и все, салат готов. Быстрый, оригинальный и очень вкусный салат с ветчиной в креманках станет настоящей находкой для тех, кто любит радовать гостей вкусными блюдами и удивлять интересной подачей. Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!